«Передвижники современности». В Старом Осколе открылась выставка под названием «Разные сравнения». Это проект, придуманный группой художников из Москвы и Санкт-Петербурга, цель которого – просветительская деятельность. 16 живописцев из разных городов России представили около сотни работ в разных жанрах. Есть художники книги, прикладники, скульптор, театральный художник, художник кино, классический живописец с классической школой. Вот показать, что такое вообще искусство, что такое художники. То, что вот не бывает просто художник. Художник всегда работает в каком-то жанре определенном. И то, что все разные жанры могут прекрасно жить на одних стенах, прекрасно смотреться. То есть дать представление о том, что вообще, ну, как делается искусство. Зарисовки к театральным и кинопостановкам, архитектурные чертежи, иллюстрации к книгам, скульптуры и классические живописные полотна. Яркая творческая мозаика показывает разносторонность художественного ремесла. Выставка проводится в Старооскольском художественном музее до 28 мая, после чего передвижники отправятся дальше. В маршруте Валуйки, Белгород, Калуга и Москва.